ребята, я рекомендую себя сравнивать только с собой. Но с собой вчерашним. Насколько я стал сегодня лучше, чем я был вчера. Это верный путь вперед. Не для всех хорошо себя сравнивать с каким-то успешным человеком. Успешного человека надо знать в лицо, надо знать его биографию и надо знать, как он думал. Никакими даже путями, да? Какими путями он пришел? Почему? Потому что его человек, спонсор там, или человек, который ему помог продвинуться, да, в жизни, это для него был предназначен. Он может не быть предназначен именно для вас. Поэтому не стоит все копировать от него. Но очень важно, допустим, от успешного человека знать, как он думал, как он мыслил, как он визуализировал, как он хотел, как он желал, как переводил свои желания в цель.